братья и сестры, привет вам из Москвы. Мы поздравляем вас с 20-летием. Мы очень счастливы, что там в Азии, в Ташкенте, есть церковь уже 20 лет. Лично от нас, от Сергея с Мариной Глушенковой, вот, мы счастливы, что мы можем быть сотрудниками и сотоварищами в общем деле служения ради Христа. И молитесь также за нас, чтобы и мы молимся за вас, чтобы мечта Христа об обращении этого мира, она и наших стран, она исполнилась. Ну, я тоже присоединяюсь, хочу пожелать всем нам дойти до небес, привести много новых людей вместе с собой туда, на небеса, наших близких, родных, тех, кого еще не знаем. Вот, очень за вас рады, поздравляем и всего вам самого доброго. Мы хотим вас поздравить с вашим юбилеем. Ваш юбилей для нас очень особенный, потому что мы поехали в Ташкент сразу после нашей свадьбы, через целых 5 дней. Поэтому мы тоже совсем недавно отмечали наш 20-летний юбилей, вспоминали все хорошее, что Господь сделал. Мы очень благодарны за вас. Удивительно, что есть церковь. Мы наметили наш следующий юбилей, это наша золотая свадьба, 50-летие. Поэтому у вас есть впереди еще много всего, и мы будем с вами все это время. Вас очень любим, поздравляем. Желаем вам расти и процветать. Я тоже присоединяюсь к поздравлениям. Для меня это было прекрасное время быть в Ташкенте когда-то, 20 лет назад. Я верю, что вы прекрасные ученики. Мне кажется, у нас большое будущее вместе, где мы можем не только уже выращивать наших детей, растить наших детей в церкви, но видеть наших внуков, видеть новых обращенных людей. Это очень вдохновляет. Ваши хорошие новости всегда нас очень вдохновляют и поддерживают. Я верю, что нас ждет прекрасное будущее. Спасибо, что вы есть. Мы вас очень любим и поздравляем. Братья и сестры, мы очень гордимся вами. И с возрастом мы с вами становимся только лучше. Дорогие братья и сестры Ташкентской церкви, поздравляю вас с вашим 20-летием. Очень рада, что у вас такой духовный праздник. И 20 лет уже на узбекской земле есть Церковь Иисуса. Это очень здорово. Желаю вам расти в вашей вере, любви и радости, обращать этот мир на вашем участке благословленном земли. Любим вас, надеемся на скорую встречу. Дорогие друзья, я тоже вас поздравляю с вашим праздником. Вы невероятные герои для нас. Мы вас очень любим, очень ценим. Вы всегда в наших сердцах. С праздником! Дорогие братья и сестры Ташкентской церкви, меня зовут Игорь, это моя жена Света. Мы Дроздовы из Владимира. Хотим поздравить вас с праздником, с вашим замечательным юбилеем. Хотим пожелать вам духовного роста. Вы огромный пример веры. Всегда вдохновляете нас своей жизнью. Спасибо вам большое за то, как вы служите Богу. Желаем вам дальше также прославлять Его. Спасибо вам большое за то, как вы верно служите Богу и друг другу все эти годы. Спасибо за большой-большой пример вашей веры, искренности, веры в Христа в такой непростой мусульманской стране. Вот. Спасибо за все хорошие новости, которые доходят до нас от вашей церкви. Вот. Это нас очень укрепляет в вере. Желаем вам дальше продолжать расти и в любви друг к другу, в любви к Богу. Пусть будет много чудес у вас. Аминь. Вас любим. Поздравляем. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с вашим юбилеем, 20-летием Ташкентской Церкви Христа. От семьи Дарвиных и от всего Юго-Восточного региона хочу поздравить вас и пожелать вам славить Бога, любить друг друга, быть едиными и помнить, что все мы идем на небеса и встретимся там на небесах и будем славить Бога вечно. Спасибо. Привет, меня зовут Наташа Краснопеева, я из Газалкента, сейчас служу здесь, в Москве, в группе студентов. Поздравляю вас с вашим юбилеем. Так здорово, что в Средней Азии есть такие родные души, которые готовы всегда приютить, обогреть. Спасибо за вашу верность и за ваше дружелюбие. Спасибо большое, что вы там есть. Держитесь, я вас люблю. Church in Tashkent, I'm excited about your anniversary and hope that everything with you is going great and that people are becoming Christians and the Christians who are there are getting stronger. And from Chris and myself and the church in Los Angeles, we do wish you a happy Christmas and a wonderful start to 2015.
Дорогие братья и сестры из Ташкента, мы, Сергей и Оксана Кононенко, очень благодарны Богу за вас. Мы вас любим очень сильно и поздравляем, конечно, с этой замечательной, прекрасной датой 20 лет во Христе. Это как раз показывает, насколько вы любите Бога, насколько вы верны Ему и насколько вы, ну, доверяете нашему Господу. Мы за вас молимся, мы благодарны за Сашу Свету Цой, молимся, чтобы Господь также благословлял вашу церковь, как и сегодня. Спасибо огромное Богу за вас. Привет большой вам из Москвы. Мы с огромным теплом вспоминаем время, проведенное с вами когда-то. И привет всем, кого мы знаем лично. Вы всегда в наших сердцах. Мы вас любим. С днем рождения! С днем рождения!